Но оно не взорвалось. Да. Оно должно взорваться, Оно тогда это сейчас и будет считается дергать мертвым. еще. А, кстати, а чё, что вы с ними делали? Почему они Колеса двигались нефиг вниз? дергали. Вот я то, что тебе пошли говорю, что придется скоро Разбивал. технику оттачить нафиг. Да, это проблема обороны. Дури занимаются, сами просрать хотят, это их проблема. Вы видели, как бот повезло вообще? Тихо, повторю, не видел. Повторю, это река не увидел. Так а толку, он видит, что взрывчатка на машине. Повторю, это река не увидел, подожди. Она, по-моему, взорвана, да? Нет, она не взорвана, она приклеена оп, просто. Оп, 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 сейчас будет. На одной таймер поставил, на второй таймер поставил, провалить. Ебать! Не, ну подожди, мне интересно, может, он топ не видит. Опа! А, Питер раскинулся? Да. Жесть. А чё Антон не поднял с моего трупа РПГ? А он не видит, он не видел. Вася, он сейчас другой залетит, а здание сломается, смотри. Нет. А кто ты хотел взорвать машину? Ну я. Я как-то вывез. Как-то там будет взять шапку в нее, которая таркапывает. А чё за здание? Они сейчас бы сломают. Все по зданию, пацаны. Беги, Тоха, беги! Она тебя сожрёт. Загнали, загнали в клетку, Тоха. Да, ну как. Я стал закрыть и все. А он сейчас идет с Питером, он нормально его видит. У него он эмочку и взял. Да, он сам такой, хорошо. Ну, Найс! О! Опять бесана, да? Бесана, ну, добей, добей! Опять! Он два раза уже ренул. Чего не добьет его? А, здесь не видно, он верный. Ой, всё! Да сколько раз меня будут ронять? Я устал! У меня кончилась медицина. А чё, всё? Миссия закончилась? Да нет, там Гонг ещё сидит. Антон бежит, а Гонг... Да блядь! Мое тело как для пугала сидит. Где Антон? Спрятался. Испугался. Гонза испугался. Обиделся. Гонза говорит, стреляй. Я такой, я не могу стрелять. Я не очень. Очнулся. Гонза, я очнулся и снова упал. Ну сейчас Антону, блин, по идее, надо обман маневр. А что, там машина живая, что ли? Вы же ее взорвали, да? Одну, да, вторую нет. Мы ее подальше откинули. Спитер, а зачем вы Града расстреливали? Мы эту Гонду, там было скучно, Гонза решил добить. О, сейчас будет машинка на машинку. Машинка на машинку. А он его видит, у него обзор-то получше, он тэхи. Сверху. Ну М2 не берет этот, он с 15-й. Да, да ладно, не берет, возьмет. Так ему главное жизни, попасть да, по Гонзе, а не по машине. Ну в триплекс, я помню, Дудс меня выбивал, да? Ты вспомнишь по танками с этим? Да. Бронебойный, мне просто триплекс залетел, и я в кишки. Я так сижу, короче, как будто не все равно вообще. Сейчас, давай, давай, давай. Давай, 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 по Гонзе стреляй! А чё, Гонза, слышишь, гидравлику включил, типа, не, не. Да почему он стреляет? Давай, ещё. Он проще решил. У него... Он может на мировую... А чё Гонза не включили? Да ты такой! Жёстко. А пушка-то не работала. Чё, как и патроны все подохли? Антоха, красавчик. Гонза, я раза 3 или 4 без сознания падал.